Ира, что ты делаешь? Сегодня мы приехали на море. Это пляж Гарциемс. Да. Если идти вот так вот дальше по берегу, там будет сначала пляж Калнгале, потом Ветсаки, потом еще какие-то пляжи промежуточные и в ту сторону Юрмала. Мне нравятся более такие спокойные места, где поменьше людей, не туристические. Сегодня обещали солнышко, но что-то, ну как будто будет. 11 часов обещали, ну до сих пор еще пока. Это вот Мира набрала игрушек. А вообще мы приехали сюда, чтобы сделать фотосессию для куклы. Да. Это была идея. Твоя, Мира, да, идея? Взять кровать, посадить куклу на кровать. Девушка проснулась в своей кровати на берегу моря, да? Здорово. Интересная идея. Взяли мячик, да, взяли мыльные пузыри. Еще мне кажется, что именно вот в этом месте, здесь поглубже море. Там в Юрмале и в Ветсаке там совсем мелко. И чтобы дойти нормально поплавать, нужно далеко заходить, идти. Ну, когда-то ты все равно дойдешь до той точки, чтобы можно было искупаться. Вон там где-то вдалеке какие-то суда плывут. Кораблики. Кораблики. Сегодня я провела ночь в косичках. С утра распустила их. Сейчас приехала на море, и вот результат. Моих кудрей уже как не бывало. Влажность очень сильная здесь. Влажно. Влажный воздух. Мама, а вот тогда одежку одевать? Ну, я пока снимаю, я пока не могу. Я уже несколько раз наливала туда воду. А теперь как туда наливать, если там песок? Нет. Попозже. Сегодня Мира с утра что ела на завтрак? Сырники. Сырники были вкусными? Да. А Ярослав что ел? Омлет. Омлет. А папа что ел? Нет, папа ел яичницу, так же, как мама. Вот уже начало третьего я уже хочу есть. Или, возможно, это такой воздух есть, что... Охота сразу прям. Ну ладно, тогда говори всем пока. Пока.